5 grand just to see you dance. Like... 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы OGK Pakok. Ну и так. Которой понадобится одна C4, один железный топор, ну, остальные 4, 5, а может даже 6 обычных. Так, здесь пройти можно. Ап, стоп. Чуть не понял. Это вообще та база. Пройти я не могу. Подождите, а что-то я не пойму. Это, по-моему... А, да, взрывать вот здесь буду. Все, все правильно. Потом еще там сверху открою. Так, готово. Осталось открыть один ящик вот на, в этой части и один вон там. Там все открыл, показал. Показал, тут я посмотрел. Сейчас посмотрим, что в этих ящиках есть. Сет мне надо поменять, потому что мой уже красный. Это я сюда сложу. Спирт я заберу. Пивасик тоже заберу. А что еще? Алкоголь крепкий. Ну, пускай будет. Дальше бензин заберу, краску, блин, даже не знаю, у меня вроде краска есть, изоленту заберу точно, болты мне эта хрень не нужна, что тут еще есть, шкура забираем, это у меня украли, так, здесь что, опа, М-ка, два глока и дробовик, хорошо, здесь чего, это у меня украли, это у меня украли. Это я заберу, пусть будет. Кирочку одну можно взять. Камни мне не интересны. Это мне не интересно. Так, здесь я уже смотрел. Да, здесь я вот тоже показывал. А, этот ящик, получается, остался открыть. И тот, который наверху. Но сначала я сделаю вот так. Заменю. Не знаю, стоит тут умирать. Нет, вроде бы место еще для лута есть. 98 шума. Это заберу, это тоже, кстати, у меня украли. Ну, так. Осталось найти две микросхемы, которые, наверное, будут в том ящике последнем. Ну, 14 флешек, 14. Почему все по 14? Фонариков я тоже заберу. И пойдемте открывать последний ящик. Вот здесь я сломал стенку второго уровня. Здесь также сломал. И вот этот ящик. О, неплохой тут лутец, кстати говоря. Я думал, будет похуже, но нет. Тут что-то прикольное. Так, ладно, уходим. А, в байке я ничего не складывал, так как места мне и так хватило. Я быстренько покажу. Тут в пикапе я не смотрел, вот что может есть, нет. Ну, вот так могу забрать. А, в байке у меня ничего нету. Вот, собственно, весь лут за одну C4. Решать вам, взрывать или нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.